Смерть Аида – это больше вопрос, чем ответ. Он был мертв, остальное неважно. Это было начало новой главы. Для всех нас. Возмездие, наконец, настигло Иосифа Чхеидзе, известного как Аид, лидера КВА, который организовал эти страшные удары 4 года назад. Мы поговорили с Джонатаном Айронсом, основателем и директором Atlas International, частной военной компании, выследившей и уничтожившей Аида. Поздравляю, вы сделали то, что не удалось ни одному правительству. Спасибо, Венди, но наши герои — это люди Атласа, и я горжусь тем, чего они добились за эту неделю. Ходят слухи, что ООН предложит вам место в Совете Безопасности. Вы готовы пойти в политику? Ну, я люблю делать дело, так что нет. Взгляните, что мы сделали в Нью-Багдаде. 40 лет назад мы ушли из Ирака, поджав хвост, город остался в руинах. Сегодня можно увидеть, что бывает, когда жертвуешь бюрократией ради дела. Эти ваши 4 года были невероятны. После атак КВА Атлас стал крупнейшей корпорацией на свете. Теперь вы также руководите самой многочисленной армией в мире. Каковы планы Джонатана Айронса? Каково это, быть спасителем мира? Штаны не жмут? Гидеон, Митчелл, вы мне нужны немедленно. Илона, что там? Встречаемся в служебном помещении 6А. Никого с собой не берите. Понял, выступаем. Выясним, что ей нужно. Добрый вечер, сэр. Просто не верится, что мы в Багдаде. 2 года назад нельзя было выйти наружу, чтобы не поймать пулю. А теперь здесь все процветает, мать его. Спасибо нам. Отряд «Эхо» вчера накрыл очередную ячейку КВА. Вся их сеть разваливается. Аид был ключевой фигурой. В мире заканчиваются засранцы, друг мой. Можно подумать о ранней пенсии. Добрый вечер, сэр. Готово. Вы говорили, куда идете? Нет, и что? Скрэмблер даст нам всего несколько минут. Подключитесь, я вам кое-что покажу. Что, вашу мать, происходит? Смотрите сюда. Это Айронс, с ученым, которого ты спас. Тот, кого вынули из реки? Он так и не вернулся в Нигерию. КВА готовит нападение. Они рассказали мне все. Что? Что за атака? Электростанции по всему миру. Они хотели, чтобы я отключил систему безопасности. Где они хотят ударить? Сиэтл, Париж, Токио. 1000 людей погибнут! Мы должны рассказать кому-то! Нет. Мы должны сказать всем. Ладно, хорошо, хорошо. Я этим займусь прямо сейчас. Да ну, нет. Он знал. Знал все и допустил такое. Все эти люди мертвы, а он просто срубил бабла. Откуда это у тебя? Аид. Последнее, что он успел сделать, передать нам это. А это не подделка? Для шифровки использовался наш алгоритм. Это Атлас. Это видели только мы. Надо уходить отсюда. Быстро! Видели. Мы все это видели. Видел что?
Ты знал об атаках. Столько невинных погибло. Это фальшивка, ее взяли у террориста. Да ты псих! Ты чудовище! Ты меня разочаровал. Ты мог получить все. Держите их, пока репортеры не ушли. Гидеон? Да, сэр. Гидеон! Ты все видел сам. Он сказал, подделка. Он принял решение. Стой, где стоишь! Послушай, мы вошли в твою экзосистему. Доверься мне, через 10 секунд включится система пожаротушения. Приготовься, придется бежать. Ушел! Надо выбираться. Срочно. Давайте к шахте. Ты кто? Не останавливайся. Блокирующий берег. Мы не можем перехватить микрофон. Тупик! Двери надо запереть. Срочно! Мать вашу! Стой! Лезь вверх, выбирайся на крышу. Придется воспользоваться магнитными захватами. Несколько секунд. Мы окажемся в ловушке. Дроны! Бежим! Нам надо укрыться от этого роя! Быстро! Сюда! Что теперь? Тебе нужно пройти через старый город. Беги к току. Они весь город перекроют, чтобы нас найти. Вот почему тебе нужно двигаться быстро. Один, мы прижали бегунов в старом городе. Укрытие! Не останавливайтесь, прячьте. Укрытие!
Идите прямо по курсу! В конце дока тебя ждет судно! Гонятся дроны! Ныряй под этими лодками! Давай быстрее! В порядке? Вас поняла. Лодке конец. Идем пешком. Точка эвакуации над вами. На крыше. Как мы должны туда добираться? Используй крюк! Митчелл, мы можем зацепить крюк вот тут, наверху. Над нами еще одно место для крюка. Двигайся, двигайся! Контакт! В укрытие! Враги за бастонами! Осторожно, контейнеры! Осторожно! Почти на месте! Цепляем крюк и лезь на башню! Вперед! Вперед!
Придется воспользоваться магнитными захватами. Лезь вверх, Митчелл! Не останавливаться! Прыгай, Митчелл! Узнаешь своего сержанта, а? Мы вас отсюда вытащим. Птичка! Что такое, босс? Назад! Если ты врешь про Айронса, я сам тебя достану. Я права. Атлас 1, доложите. Крыша чиста, ни следа. Ладно, ходим. Пошли. У тебя есть вопросы. Пришло время ответить на них. До сих пор мы оставались в тени. Наблюдали. Ждали. Нас создали 4 года назад. Лучшая в США международная группа. Наше имя — Страж. Наша миссия — расследовать атаки КВА. И сделать так, чтобы они не могли повториться. Скоро стало ясно, что угроза еще серьезнее. Человек, использующий эту трагедию в своих целях. После этих атак Атлас вышел на новую высоту. Он захватил контроль над портами, морскими путями, трубопроводами. Страна за страной передавала свои важнейшие структуры в руки Айронса. Мы поняли это слишком поздно. Он сомкнул кольцо. В последние 10 дней переговоры разведки оживились. Постоянно звучало одно и то же слово. Мантикора. Атлас готов действовать. Но мы не знаем как. Мы рисковали, вытаскивая тебя. Но ты наш шанс понять, что такое Мантикора, и остановить ее. Так что решай, Митч. Ты с нами? Вот и он. Сейчас узнаем, на что подписались. Хорошо, что ты снова с нами. Жаль, обстоятельства не радуют. Воюем против бывших друзей. Мы с ними учились. Бились. Я знаю, это трудно. Но ты должна справиться. Это важно. Мы справимся. Так, одинокому волку дали зеленый свет. От Митчелла мы знаем, что Айронс едет в свой особняк. Там будет встреча на высоком уровне. Я поведу диверсионную группу. Котики будут ждать у точки выхода. Айронс — наш приоритет. Проникнем в его дом и поймем, что он замышляет. Покончим с этим. Нокс,
Как дела? Почти хакнул систему управления дронами. Пошел. Патрульные дроны отключены. Время пошло. Кингби, мы у входной двери. Понял, можете начинать. Готовь крюки. Кингби, движемся к контрольной точке 1. Понял, вы у нас на радаре. Так вот, что можно получить за 1000 трупов. Я выслежу Айронса. Мы должны быть на месте, когда он встретится со своим контактом. Илона за мной. Пошли. Митчелл, активируй оптику дополненной реальности. Запущено отслеживание цели. Ладно, теперь отметь цель. Проверка оптики. Вывожу на дисплей систему управления дронами. Можем отследить любого в радиусе 500 метров от особняка. Ладно, Митчелл, отправляйся в центр безопасности и впусти меня в их систему. Не двигайся, противник слева. Я тебя умоляю. Ты у нас всегда знаешь, как оружие. Лезь в те кусты. Уберем последнего из них. Подожди, пока он подойдет поближе. Мы сделаем это тихо. Выруби его. Ладно, Митчелл. Центр безопасности у них сзади. Иди пополни.
чисто. Отзовите его. Начинаю. Одиночная игра. С проверкой. Уходи оттуда. Я. Ноль. Куда Чистая работа, Митчелл. Нокс, мы внутри. Ты нашел Айронса? Никак нет. Это его стол. Начали. Это его стол. Начали. Я что-то нашел. Нокс, мы знаем, где будет встреча. В ангаре. Уже скоро. Ангар закрыт намертво. Не вижу, что там внутри. Войти будет непросто. Черт. Нокс, у нас проблемы. Нас отрубило от системы. Я вижу, у них полная боевая готовность. К тебе идет патруль. Убирайся оттуда. Конвой прибывает к северо-западному входу. Расчетное время прибытия 30 секунд. Чел, давай. Эту колонну упустить нельзя. Нужно подпевать. Наш пропуск в ангар. Конвой совсем рядом. Вон колонна. Нокс, нам надо занять позицию. Хапни канал и останови колонну. Понял. Митчелл, за мной. По моему сигналу. Митчелл, за мной. По моему сигналу. Случилось? Мистер Айронс, ждет вас. Готовы? Пошли. Такой порядок. У нас приказ. За мной. Подъемники приготовятся к передаче на полетную палубу. Контейнер 726, срочность Альфа-Омега. Повторяю, срочность Альфа-Омега. Если гости увидят, что в этом контейнере, у нас будут большие проблемы, доктор. Мы спешим изо всех сил. Мантикора термически нестабильна. Она очень нестойкая. Ваша забота меня очень трогает. Я не смогу выполнить свое обещание, если вы преждевременно раскроете свои цели. Спокойно, Денуа. Ваши деньги уже в банке. С остальным мы справимся. Повторяю, ведет предполетная проверка. Очистите радиоэфир. Палубная команда, готовьте к вылету Ромео Виктор Ноябрь. Скажи команде, пусть будут наготове.
Уводите их быстро! Удачи! Впереди, Митчелл! Мы дотянемся! Готовь круг! Пошел, пошел, пошел! Идеальное место, чтобы начать. Есть один вариант – перехватить Пандору в международном воздушном пространстве и заставить сесть. Координаты для встречи в воздухе высылаю. Понял вас. Команда надевает костюмы. Это важный шаг, Кормак. Ты нанесешь Атласу прямой удар. Хватит прятаться в тени. Ваша основная цель — груз. Добудьте его любой ценой. Понял, Кингпин. Встречаемся с хранителем 5 в точке спроса и берем груз. Страж 2-3, конец связи. Активируйте магнитные захваты. Так, Митчелл, пора эту птичку сажать. Группа захвата взорвала задний люк и берет груз. Всем отрядам, на подходе ГБР Атласа. К вашим позициям приближаются пускаемые капсулы. Страж-2, срочно перебрось груз. Они пунктуальны, надо признать.
порядке? Лучше не бывает. Похоже, тут есть проход. Пошли. Свет. Полагаю. Термосистема в костюмах еле справляется. Куда летишь, Митчелл? В следующий раз жди команды. Выход на поверхность. И поскорее. Мы можем пойти отсюда по течению. Следи за своим термометром. Вперед!
Впереди противник! Дроны! Раз, два, три! Где мы, черт возьми? Огонь из Эмми, Митчелл! Нужно выходить срочно! База не отвечает! Прямо по курсу. Черт, они взяли груз. Открыть огонь! Вперед! Мы должны взять груз! Цель снята, все чисто. Сюда! Надо пробиться! Не давайте этому СВВП взлететь! Прикрой меня! Враги с запада! Пошли! Мы должны взять этот груз! Поверь мне. Гидеон? Атлас-1, докладывайте. Атлас-1, Хуарес и Майклс погибли. Что? Только сейчас, Гидеон? Ты мог уйти из Нью-Багдада с нами. И хлопали бы ушами вместе. Вопросов было слишком много, я должен был найти ответы. Айронс планирует предупредительный удар по США. Он втайне разрабатывал биологическое оружие. И мы должны пойти за тобой? Хотел бы он нас убить. Я хочу закопать его не меньше, чем ты. Хочешь остановить его, доберись до груза. Ладно. Тогда вернемся. Митчелл, Кормак, хватайте стингера и прячьтесь. Везем для беседы. Корма, конец связи.